Привет, друзья! Вы на канале Кефир и с вами Роман. Прошлое видео про окрошку вам понравилось. Ссылочку я оставлю здесь, кто не видел. Сегодня я приготовлю еще один легкий, вкусный летний рецепт салата с рукколой и редиской. Погнали! Так, для начала порежем редис кружочками. Чем тоньше, тем будет лучше. Поэтому стараемся тоненько-тоненько. Так, редис порезали. Теперь нам понадобится немножко зелени. Это мы ставим для еды. Так, лук достаточно. Теперь немножко укропа и немножко петрушки. Так, зелень, редис порезали. Самое время заправить наш салатик. Я буду заправлять сметанкой. Сметанка 10%, не сильно густая. Прелесть, это уже можно есть. Щепотку соли по вкусу. Немножко черного перца. Специи все по вашему вкусу. Тут нет правильной рецептуры, нет правильных граммовок. Как вы привыкли есть редиску со сметаной, по соли, по перцу, так и добавляйте. Так, перемешали. Смотрите, наш салатик почти готов. Берем блюдо, на котором подаем салат. Берем рукколу. Делаем подушечку из рукколы. Аккуратно выкладываем наш летний салатик. Так, и последним штрихом сыр брын. Все украшаем. Салатик готов. Мы тут немножко убрались. Сделали красивую сервировочку. Самое время попробовать. Сначала попробую каждый ингредиент в отдельности. Вам скажу, как все вместе. Редиска в сметане, как всегда, лучшая. Ореховый вкус рукколы, это прям классно. Ну и сыр. Друзья, те 10 минут времени, которые я потратил на приготовление, поверьте, они того стоят, очень вкусно. Сейчас все вместе рукколу. Очень вкусно. Друзья, повторяйте рецепт, вы не пожалеете. По-летнему, свеженько, быстро, на даче самое то. Да даже если вы выбрались на пикник, возьмите отдельно чуть рукколы, отдельно салатик. Быстренько смешали, съели. Класс, освежает в жаркую летнюю погоду. Повторяйте рецепт, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Пишите комментарии и ставьте лайки этому видео. Всем пока!